Добрый день! И сегодня я расскажу, как можно сделать кнопочку «Ответ» в Microsoft PowerPoint. Давайте продемонстрируем работу. То есть я нажимаю на кнопку, появляется ответ. Ответ может быть как в фигуре в какой-то, так это может быть текст, либо любое какое-то изображение. Итак, давайте перейдем к заготовке. Вот я сделал такую фигуру, чтобы она выглядела как кнопка. Нужно во вкладке «Формат» перейти в «Эффекты фигуры», перейти в «Рельеф», да, и выбрать подходящий вам, вашему стилю, рельеф кнопки. Что нужно сделать дальше? Дальше нужно, чтобы вот эти вот объекты, да, чтобы они появлялись на экране по нажатию на эту кнопку. То есть для начала нам нужно сделать это появление, нужно создать эту анимацию появления. Поэтому мы данному объекту добавляем анимации возникновения. Да? Теперь нам нужно сделать триггер, чтобы эта анимация, она включалась у нас по нажатию на эту кнопку. Поэтому мы выбираем эту анимацию, нажимаем на кнопку триггер по щелчку, и выбираем скругленный прямоугольник 3, так как он у меня был создан первым. Дальше. Ну и вот это вот, да, делаем точно так же, добавляем анимацию на возникновение. И точно так же делаем триггер по щелчку, только на скругленный прямоугольник 5. Запускаем презентацию. У нас появляется вот такой вот. Вот такие вот кнопочки ответа.